Путин взрывал Москву, Путин взрывал свои дома, Путин сейчас убивает свою молодежь в Украине для достижения своих каких-то внутриполитических целей. А как к этому относиться? Путин сейчас, по большому счету, он вышел на уровень Адольфа Алоизовича. Просто тот хоть хотел просто рисовать, у него не получилось, и он взбесился. А этот непонятно, что хотел. Но вот он привел к тому, что свою нацию активно уничтожает. Вместо того, чтобы потратить эти деньги, я не знаю, на газификацию или на создание центральной канализации, 40% домов хозяйств не имеют централизованного водоснабжения и канализации. То есть в этой стране, в этой ситуации страна занимается... Вы о России? Да, в этой ситуации страна занимается бог знает чем.